Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Директора Адлера. Я нахожусь на пляже Апельсин. Вот там закончилась Адлерская набережная и пляж Огонек. И первый раз я здесь, можно сказать, эксклюзивный материал. Сейчас буду вам рассказывать, как я здесь оказался. Мы сейчас будем двигаться к ЖД вокзалу, к Адлеру, через улицу Белорусская. На этом пляже песочек. Здесь можно купаться в шторм. Когда шторм, приходите сюда, потому что когда все пляжи закрыты, здесь открыто. Я только что искупался и скинул этот ролик в телеграм-канал. Я сейчас 3 по 3 сделал. 3 по 3. Так, и вот сейчас мне нужно выйти и пойти в сторону ЖД вокзала и поехать в Сочи. Я сейчас собираюсь, и вот мне нужно найти дорогу. Смотрите, вот тут я знаю точно, был дом, и его снесли. Так, и по-моему, тут есть тропинка, вот спуск. Девчонки, привет, там есть проход? Да. Так, спасибо. Так, вот тут тропинка, здесь был дом, я знаю точно, что была такая проблема, и его снесли. В общем, тут, кто знает про этот дом, напишите. В общем, тут все в шоке были. Ну, тут купили дом. Дом был разрешен. Представьте, он стоял 20 метров от берега. И он тут стоял несколько лет. Квартиры все продали. И потом суд забрал разрешение. И его снесли тут. В общем, сносили. Представьте, стоял 6- или 7-этажный дом. Тут просто, вы просто представьте, квартиры тут какие дорогие. А вот этот почему-то оставили. Как-то я хотел снять здесь квартиру, вот в этом доме, но не стал. Знаете, из-за чего? Из-за того, что тут очень близко пролетают самолеты. Так, ну все, мы идем дальше. Смотрите, вот такие тут домики. Я сейчас иду в Сочи, я обхожу пробку. То есть мне пришлось обходить пробку, вот я ее обхожу. И так я оказался здесь, на этом пляже. И вот сейчас мне нужно добраться до ЖД вокзала. За ЖД вокзалом уже пробки нет. Вот, то есть у меня вот такое тут путешествие. Поэтому пойдемте со мной до ЖД вокзала, может быть, вам пригодится эта информация. Ну и вот решил вам показать, как тут выглядит пляж. Белорусская. А там что интересно? Это озеро. Ну и вот дорогу. То есть мы сейчас будем выходить к улице Ленина, потом через заброшенный санаторий Адлер будем выходить к Эллингам и к ЖД вокзалу. Ну, я думаю, ролик минут на 15. Потом я дойду даже до вокзала и пойду на остановку. В общем, желаю всем прекрасного настроения, приятного просмотра. Усаживайтесь поудобней. Поставьте мне лайк, потому что мы начинаем. Кстати, мы сейчас пойдем вот так. Вот он, по-моему, где-то тут этот санаторий. Я первый раз в жизни сейчас иду по этой дороге, представляете? Честно, не знал, что вот тут какое-то озеро. Вот такие домики тут. Это, как я понимаю, вся эта территория относится к санаторию Адлер, который сейчас заброшенный. И вот там есть заборчик и какие-то домики. Я так понимаю, это типа как базы отдыха тут. Филиалы от санатория, знаете. И вот этот санаторий, он тут заброшенный стоит уже много лет, и я бы, конечно, хотел туда попасть. Так, я вообще спешу, поэтому быстро иду. Вообще я всегда быстро хожу. Так, а мы идем по Белорусскому переулку. То есть мы шли по улице Белорусская и вот сместились. Посмотрите, какие здесь
тихие места, тихие дворики. Представьте, это самый центр Адлера. И у них тут такая тишина, представьте. То есть сюда даже и туристы не заходят. Вот санаторий Адлер. И тут есть пляж, можем туда выйти к морю. Если вам интересно, выйдите, посмотрите, что там. Так, и мы уже почти подошли. К вокзалу. Смотри, какие тут дома старые-старые. Видно, прям по ним двухэтажные такие. Интересно, каково жить в таких старых домах? Так, вот мы сейчас обошли этот санаторий Адлер. Звоны. Это, по-моему, советская постройка, вот эта круглая. Так, вот мы подходим к вокзалу. Тут все стоит. Огромная пробка. Я решил, что мне проще будет ее обойти. Сейчас мы выйдем к эйлингам, к пляжам. Я думаю, там загорают и, возможно, даже и купаются. Так вот, это тоже относилось к санаторию Адлер, как я понимаю. В общем, интересно посмотреть на этот санаторий, когда он функционировал. Да и вообще на Сочи посмотреть, когда все эти объекты работали, которые сейчас не функционируют. Так, вот мы выходим к морю сейчас. До Сочи сейчас дойду, устану с такими путешествиями. Thank you.
подходим к пляжу, к эллингам. И будем двигаться сейчас к морю, точнее к вокзалу вдоль моря. Вот видите, это все относилось вот к этому санаторию Адлер. Тут расставляли лежаки, как я понимаю. Сейчас вообще это не используется. Вот видите, там сосенки красивые. Грязненько сегодня. Волна поднимает грязь. Смотрите. Эллинги. Пойдемте вдоль них прогуляемся. Этим эллингам тоже очень много лет. Странно, что их тоже не снесли еще при строительстве железнодорожного вокзала. Потому что выглядит это все ну так себе, если честно. Все-таки тут надо что-то красивое построить. Представьте, вокзал, люди приезжают. А тут вот такие ржавые эллинги. Или чтобы какой-то дизайн им сделали одинаковый всем. Так, мы подошли к вокзалу, поднимемся сейчас на смотровую и поеду я. Там, я смотрю, пляж уже открыт, что ли, желтый флаг развивается. В общем, уже такая летняя атмосфера. На смотровую. И сейчас еще через ЖД вокзал пройдем и выйдем на ту сторону.
интересно. Так, а... сделаю кадр для своего телеграм-канала. Так, ну и все, мне надо на ту сторону, на остановку. Вот тоже, смотрите, красивый вид. Подходим к вокзалу, вот он в виде волны сделан, и сейчас будем проезжать на ту сторону. Так, я вас сейчас пущу по ленте, поэтому выключаю стабилизатор сейчас. Так. Сейчас. Странно, почему он? Да что такое? Так, это я вам, чтобы вы максимально реально чувствовали, что происходит, вот, без монтажа делаю ролик. И вот мы идем по вокзалу. Ребят, можно пройти? Так, у меня как бы времени нету. Так, вот мы перешли к остановкам. Просим вас проверить наличие проездных документов и занять свои места в вагонах. Вот тут поезда дальнего следования отправляются. Так, я иду сейчас на остановку и еду в Сочи. Все. Вот есть такая проблема, может тут центр Адлера стоять, но несмотря на то, что сегодня воскресенье, все стоит. Это потому что тут ремонт дорог. Так, ну все, друзья, пошел я сейчас на остановку. Думаю на этом прощаться. Поддержите меня, подпишитесь на все ресурсы, поставьте лайк, напишите комментарий. Я желаю вам всего хорошего. Так, смотрите, как выглядит ЖД в виде волны. Так, ну что, все, прощаюсь. Пусть вот все получается.
Всем успехов. Все, счастливо, друзья.